Помоги! Да, боги! Гляди-ка, кто заявился! Пошли! Давно пора показать тебе нашу лавочку! Приветствую всех на канале Arlong Gaming. Продолжаем прохождение Ray Immortal Phoenix Rising. И вот мы приступаем к прохождению дополнения «Новый бог». Ну или на английском «New Cut». Всем приятного просмотра. Так, Гермес уже убежал от нас вперед. Не мог же подождать, да? Да провались ты в Тартар, стервятник! Лети, найди себе жердочку! Тут подходящих мест куча! Узри же Олимп, Феникс! Жилище богов, обитель пантеона, внутреннего круга тех, чье могущество охватывает весь мир смертных. После Золотого острова мы решили, что ты достойна вступить в наш маленький клуб. Пошли! Прежде чем мы приступим, есть вопросы? Да, целый миллион! Как же... Никаких вопросов! Чудесно! Слушай, ты отлично себя зарекомендовала. Ты одна из нас. Только одно дело стать божеством, и совсем другое — получить место в пантеоне. Ну, я в тебя верю. Да и папаша Зевс готов дать тебе шанс. Отец! Сперва дослушай. Во-первых, тут наши силы действуют иначе. А то все бы рухнуло от первой же ссоры между Афиной и Аресом. Во-вторых, тебя испытывают. Делай все в правильном порядке, чтобы доказать, что достойно внутреннего круга. Зелья запрещены. Это жульничество. Зевс относится к этому серьезно. Ну, насколько вообще на это способен? Поэтому по воле папаши Зевса есть испытание посвящения, которое нужно пройти, чтобы продвинуться дальше. Это первое. Пока не докажешь свою силу, с папочкой не болтать. Но на кону всего лишь твое место в истории, да? Пустяки! Да, какие-то пустяки всего лишь. Ладно, начинаем испытание. О, я помню это испытание, мы его проходили, по-моему, даже в первой серии. Давайте сейчас попробуем с первого раза пройти. Часом не хочешь скотину купить? У меня тут есть, дешево отдам. Не, спасибо. Воздержимся пока от данного предложения Гермеса. Так, сюда. Так, и через. Ой-ой, так неправильно сделал. Так, раз. Опять неправильно. Странно почему. Раз, два, три. Вот так вот. Давай, давай, восстанавливай энергию. Делишь, нельзя использовать Гермес котов. ХП нам вроде не надо. Активируем это. Ты, елки-палки. Прости. Зря на этого потратил. Опа. Ой-ей. На тебе. Да, без своих лучше же боялись, правильно.
Прошли. Летим. Так. Вверх. Вперед. Вверх. Вперед. Так, вроде правильно. Это не надо. Кто тут нас ждет? Страхи. Пройдите. Ой-ой. Ай. Я возьму. А тут нам как? Просто лететь? Ну давайте. Тяжело. Очень тяжело. Сам-то я заслужил место во внутреннем круге еще когда пешком под стол ходил. Но не всем дано быть мной. Так, нас подняли сюда. Ой! Ладно. Пари. Ух, добрались. Теперь сюда. Спускайся, спускайся. Эй-эй! Фух. Да что ж такое? Все зацепил, что можно. Ну да ладно. Так, тут надо разбегать. Ой, деревья сломал. Я случайно. Давай, 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 давай. Yeah. Вот мы и прошли. Вроде как. Тут только один сундук. Угу. Одеяние О. Ну, на какой-то такой себе. А подождать. Так держать, Феникс! Знал, что ты справишься! Ладно, если честно, я был наполовину уверен, что ты провалишься. И даже проспорил Афине. Но рад, что ошибся. Что, теперь меня пустят в пантеон? Пустят в пантеон! О, нет! Нет, 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 нет! Нет! Серьезно? Нет! Ты предстанешь перед Зевсом
и начнешь восхождение в Пантеон. Вперед, салага! Прыгай на пусковую платформу Гефеста и ступай к Зевсу. Готовься к настоящим испытаниям. О, и вот еще. Тут все не так, как кажется. Приходи, как встретишься с папочкой. Расскажу больше. Да-да, непременно. У-у-у. А это жестко. Летим. А там что-то сверкает. Очень интересно. Здесь просто невероятно. Неужели тут будет мой дом? Вполне может быть. Прямо здесь животное, да. Вау. Прикольный питомец. Статуя Зевса. Куда без нее? Что у нас? Обрыв? Извини, но... Не долететь. А вот и Зевс. И Пантеон. Папа! Царь Зевс. Царь папа? Как надо? А колено преклонять? Было бы неплохо. Но, увы, придется сразу перейти к делу. Феникс, ты мое дитя и героиня Золотого острова. Место на Олимпе ты заслужила, но... Есть среди нас те, кто считает, что тебя следует также принять в Пантеон. Что скажешь на это? Я здесь, чтобы помогать нашему миру. Если для этого нужно попасть в Пантеон... Да, да, помощь ближним, бла-бла-бла, ты до ужаса самоотверженная. Я понял. Но теперь боги Олимпа решат, достойна ли ты. Слушай, а где остальные? Я думала, что встречу всех богов, о которых столько слышала. Гестию и Деметру и... О, а можно познакомиться с Посейдоном? Да ну их, этих придурков. В общем, хватит и тех богов, которых ты спасла на Золотом острове. Они поручились за тебя. Благословение Гермеса у тебя есть. Дальше испытание Афины, Афродиты, Ареса и этого... Как его там... В общем, получи благословение и приходи ко мне. Каждый бог устроит тебе испытание посвящения и тайны. Затем испытание благословения. Приходи ко мне, когда тебя благословят все. Приду. Ты будешь гордиться, царь-папа. Уже горжусь, Феникс. Удачи. Это хорошо, что он нами гордится. Еще бы столько всего мы сделали. Так, Гермес. На Олимпе про меня рассказывают всякое. Мол, я шутник, обманщик, трикстер или просто несносный с... Но сказать по правде, когда ты бессмертен, очень быстро становится скучно. И я просто пытаюсь развлечься. Чем именно? У нас тут кое-какие сокровища задевались невесть куда. Реликвии богов. Они, по идее, должны были украшать троны. Но когда Зевс затеял перестраивать Олимп после очередной семейной свары, тут воцарился такой хаос, что реликвии теперь рассованы по всему Олимпу. Надо же, как бывает. Удивительно, но так и было. Так что смотри в оба, вдруг найдешь. Они довольно ценные. Будем искать в случае чего. Так, куда бы нам направиться?
тебе многое нужно сделать, прежде чем предстать предо мною. Так что иди действуй, только не тут. Эх, я думал, что-то интересное скажет. Ну, давайте к Гефесту пойдем. Лошадка. Ой. Так, Гефест это сюда. Я, признаться, с нетерпением ждал встречи с тобой. Другие боги редко находят время со мной поболтать. У тебя хоть есть чем заняться? Находишь прибежище в искусстве? Отчасти. И даже немного застрял. Пытался выковать Зевсу совесть, но это даже мне не под силу. Я кузницей пока не пользуюсь, так что не стесняйся. Ты сможешь улучшить снаряжение, а мне хотя бы не будет так одиноко. Но сперва, Феникс, придется тебе пройти через горнило испытаний. Неплохо же, да? Пройти через горнило. Ведь я же кузнец. Ладно, оставим шутки Гермесу. О, открыли небольшую территорию. Давайте испытания проходить теперь. Так, пройдите испытание Гефеста, давай. Бежим, Феникс. Это первое испытание, как я понимаю. Давайте посмотрим, что же нам приготовил Гефест. Вот ты елки-иголки. Там вот что-то имеется. Ладно. А это зачем? А, мое изобретение. Магниты. Ладно, магнетизм не я изобрел. Он просто есть. Но я их тут установил. Интересно. А, вот оно зачем. Стоять. Бабах. Ёлки-палки. Мягкая посадочка. Плюс, минус. Ух ты, ёлки-палки. Он типа отталкивает. Ага. Тихо. Чуть не улетел. Далеко и надолго. Там получается нужно вот так вот сделать. Ага. Не получится так, как я хочу. Поменять местами, наверное. Теперь вот так вот. Притягивается. Возвращаем. Елки-иголки, как сложно.
И теперь вот так вот. Да. Полетели дальше. А тут типа направо пойдешь, налево пойдешь, да? Или направо это как раз за... Да. А что делать? А, понял. Это отталкивает, это притягивает. Так, так, так. Как-то я не заметил вот это вот. Спрыгивай, Феникс. Раз. И сюда. Два. Ну, сука, станьте, пожалуйста, нормально. Сейчас. Тихо. Успокойся. Только успокойся. Тихо. Что-то оно все сломалось. А. Не нравится мне оно, как там стоит, поэтому обратно возвращаемся. Очень странно стоит. Не-не-не, меня забыли. Просто непонятно, как куда попасть можно. Ой. Зря я выбросил его туда. А, они оба упали. Не, ну вот туда я его точно не доброшу никак. Может, это надо сюда сразу? Это вот сюда. Да что ж такое? Верни мне обратно. Ифи, а кто учил тебя придумать такие головоломки? Я туда долечу. Что-то я в этом сомневаюсь. Ух ты, ёлки, волки. А как мне сюда перетянуть? Поэтому я забраться не смог уже. Ну и ладно. Пропустим пока один сундучок. Я, конечно, понимаю, потратить здесь столько времени. Ну его. Мне сюжет интереснее пока. Так, а тут и налево пойдешь, приключение найдешь, направо пойдешь, тоже приключение найдешь. Ты его. Надо поменять. Нет. Наоборот. Все-таки забралось.
это упало. Ну не... Как-то так. Это вот так. Теперь вот так вот. А, не успел по времени. Печаль, беда, обида. Вот он очень прикол оказывается. Давай. Попал. Меняем. А нет. Верни обратно. Едем дальше. Что-то выезжает. Правильно, правильно. Есть. Теперь здесь. Тихо, это чё ж ты? Нет? А где тут управление этим? Или оно тоже с помощью вот этого? А, чё? Все, понял. Оплошал. Выбачай. Быстрее. Давай. Пока нормально. Быстрее вас. Давай. Есть. Держи сюда. Есть. Перехватывай. Тут до упора. Есть. Ой, фу, вроде как-то так. И это я должен все перекинуть, да, просто туда. Ох ты, ёлы-палы. Ой, далеко. Давай сюда сначала. А, теперь все заблочено, ничего себе. Вот это вызов. Так, первая есть. Осталась еще одна. А, потянуть. Дальше-то что? Угу. Фосфик летает. Не понял. Вернуть обратно. Он же не успевает. А, понял. Сначала мы его ловим. Меняем. Как только он сюда подходит, мы. Давай так. Поздно.
сначала видишь его. Уже стоит. Иначе не успеет. А, не словила, чуть-чуть не хватило. Ну это рано, мне кажется. Да. Слишком рано. Иви, зачем ты придумал вот эти вот задания? Ёлки-палки. Страшно представить, что там другие придумали. Пожалуйста, пожалуйста, давай, 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 давай. Есть. В другую сторону. Понял. Ой, сюда. Быстрее, 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 быстрее. Есть. Теперь сюда. Долететь. Есть. Ёлки-палки. Ну, что-то мне кажется, что надо сначала вот так вот сделать. А теперь надо сдумать. Что будет происходить с этим? А, я не вовремя взял, выбрал. Обратно. Теперь можно. Давай, притягивайся. Еще ничего не видно. Самое обидно. Давай сюда. Пока я ничего не вижу, я не смогу ничего сделать. Будем крутиться пока. Давай. Быстрее. Нет, обратно. Вернись обратно пока. Давай. Вперед, вперед, вперед. Быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Ёлки-голки. А как же ж тебя это? Не, ну туда я не допрошу. Как бы это не хотел. А, я понял. Только сейчас заметил вот это. Давай вот туда. Добрось. Есть. Энергия. Берем вон туда. Опа. Тут куда? Ого.
Кстати, сколько каши надо, я еще туда забросил. Фух, но уголочек приземлился неплохо. Я туда вообще заброшу? Да. И вон туда. Это было максимально обидно. Да успокойся ты, Феникс, чё ты? Так, нам сначала вот сюда надо забросить. Ох уж мой великий баскетболист это. Берем. Он туда. Тут просто вон туда. Не улетай только далеко, спасибо. Энергию восстанавливаем. Надо было ближе подойти, наверное. Есть. Фу. Ворота открылись. Красиво здесь. Так, давайте поговорим с Гефестом теперь. Что он нам тут скажет? Творческий подход, Феникс. Ты прошла посвящение. А теперь испытание тайны. Потрясающе. О, да. Сокровенные тайны богов. Тебе нужно их раскрыть, чтобы стать одной из нас. Еще испытание? Ой, ну давайте это уже в следующей серии будем проходить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и пока.